Друзья мои, поздравляю вас всех с Днем Здоровья, Международный День Здоровья. Что нам дает здоровье? Это, конечно, природа, наше окружение. Прежде всего, это природа. Прогулки на природе, контакт с природой, свежий воздух, тишина. И... конечно, окружение человеческое, люди, которыми мы себя окружаем. Потому что известно, что есть дефицит общения, потребность в общении и структурный голод. И когда мы удовлетворяем потребность в общении, мы тоже становимся здоровыми людьми. Поэтому человеческие контакты, да, именно глубокое общение. А баланс между работой и отдыхом. Природа, хорошие, добрые, светлые, красивые, близкие люди. И третье, это наши мысли. С помощью мыслей мы можем исцеляться, и мы можем достигнуть очень высокого качества жизни. Просто высочайшего качества жизни. Да? Для этого нам нужно научиться что? Любить себя и преодолеть злобу, обиды, страхи. Страх, самый главный страх, какой меня не любят, да? Преодолеть этот страх. Научиться прощать себя, других, благодарить себя, других за все. И прощать тоже. И тогда мы будем исцеляться, у нас будет все хорошо, у нас будет отличнейшее здоровье. Я вам искренне желаю крепкого здоровья, эмоционального здоровья, психического здоровья и всяческого благополучия. И напоминаю, что те, кто хочет больше информации о том, как стать здоровыми, как обрести счастье, как жить в гармонии с собой и с миром, могут, став спонсорами, получить доступ к видеороликам, специально созданным для наших спонсоров в качестве бонусов. И плейлист для спонсоров обновляется каждую неделю, несколько раз в неделю, так что вы постоянно будете получать новую информацию, больше информации для того, чтобы быть здоровыми людьми, здоровыми, счастливыми. И, ну, самое главное, это здоровье. Подписывайтесь на канал, становитесь спонсорами всего за 100 рублей в месяц и смотрите эти видеоролики. Всего самого доброго. Пишите, задавайте вопросы, если есть, и я на них отвечу с удовольствием.